В воскресенье активисты ультраправой организации «Национальный корпус» демонтировали забор, который, по их мнению, незаконно установили арендаторы одного из пляжей в Отраде. Спасатели в балаклавах утверждают, ограда препятствовала свободному доступу на пляж и делала из него тюрьму. В январе 2000 квадратных метров между траверсами 6,6 муниципалитет передал в аренду общественной организации «Союз содействия военнослужащим и ветеранам». В ассоциации обещали бесплатно предоставлять топчаны ветеранам войны на востоке Украины. По словам завсегдатаев Отрады, «Союз» свое обещание выполняет.